Актуальные проблемы государственной кадастровой оценки в республике, опасения и реалии. Тема обсуждалась на круглом столе в Доме дружбы. Инициатором мероприятия – Комитет Народного собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. В разговоре приняли участие представители власти, бизнеса и экспертного сообщества. Говорили о проделанной работе с момента старта. Неоднократно проводились совещания на разных площадках. Тема на особом контроле главы республики. Владимира Васильева. Он сказал следующие слова. Я не допущу, чтобы в Республике Дагестан налог на имущество было выше, чем в среднем по Северокавказскому федеральному округу. Вот. Это его слова. Вы, пожалуйста, поработайте вместе. Значит, где выявляете, какие ошибки, все исправьте, потому что наши граждане не должны платить больше, чем где-либо было. Основная цель проводимой работы – максимально верная кадастровая оценка. Об этом говорил и министр по земельным и имущественным отношениям республики Агарагим Кагиргаджиев. На сегодня удалось провести кадастровую оценку более 1 миллиона 600 объектов. Мы действительно провели работу, ведем ее сейчас и будем проводить ее и впредь по государственной кадастровой оценке. Хочу, чтобы сразу было понимание вот одной простой вещи. Основная цель нашей работы – это то, чтобы кадастровая оценка была максимально верной и справедливой. И мы приложим, и прилагали, и прилагаем, и приложим максимум своих сил, чтобы это на самом деле